Сегодня мы пришли в резиденцию к Деду Морозу. Да. Ну что, ребятки, готовы начинать? Да, да, давайте приготовим ладошки и скажем все вместе ура! Ура! Что-то происходит? О! Ух ты! Это кто там идет? Это Саня! Снегурочка! Снегурочка! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, родители! Привет, Жигуровей! Привет! 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 Вы все такие красивые и нарядные! День Мороз! День Мороз! Ну, здравствуйте! Я Дед Мороз. Но в праздник новогодний от меня не прячьте нос. Теплый я сегодня. Вот даже варежку сниму. Кто у нас смелый? Кто потрогает дедушкину руку? Здравствуйте, мальчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон он мой уютный дом, светом и теплотою. И морозить никого нынче нам не стоит. Я приехал к вам, друзья, из далекой дали. Правда ли, что вы меня очень сильно ждали? Ждали? Да. Конечно, дедушка, смотри, целая картинная галерея. Вон как ждали. Да. Везде тебя нарисовали. Ух ты. Добро пожаловать в наш новогодний зал. И в самом центре его елка новогодняя. Дед Мороз сам ее украшал. Ну и мы со Снежкой ему помогали, конечно. Конечно, помогали. Ребята, а еще обратите внимание на окна. Дедушка Мороз все окна в доме разрисовал. Сегодня всю ночь дышал на них, делал такие красивые узоры. И снежинки, и пургу, и такую метель. Какие мудрые, скажи. Да все правду доложи. Добрые сегодня гости, что в письме подарков просят. Подскажи, открой секрет, заслужили или нет? Ну-ка. Ох ты, как здорово! Смотрите, ребята, светло, как солнечным днем. Значит, правда вы мне написали. Ребята, я задумалась, какие часы есть, но обширные. Сейчас вам внучка о них расскажет. Ребята, у нас есть волшебные часы, которые от обычных отличаются тем, что они не показывают ни часы, ни минуты, ни секунды. А что они показывают, ребята? Время года. Правильно, время года. А на каком времени года сейчас стоят наши часы? Умненькие, сообразительные ребята. Значит, они легко справятся с нашими необычными заданиями. Меня зовут Поварёшка. Здравствуйте, детки. Здравствуйте. Не слышу никого. Здравствуйте. Да, спасибо вам. Какие хорошие и здороваются. А теперь посмотрите вокруг. Как вы думаете, а где мы находимся с вами? Кухня. А еще как называется? Кафе. А еще, как знаете, это трапезная Дедушки Мороза. Красивая? Да! Дело в том, что к Дедушке Морозу приходят разные-разные гости. И однажды к нему пришел великан, так руки в боки поставил и говорит: «А где моя большая поварешка?» И в ящичках ищет столики. Но там же все маленькое лежит. Дедушка Мороз ему и говорит: «Ну ты же большой, и поварешка должна быть большая, ты на стену посмотри. Вот твоя великанная поварёшка. Она в стол не поместится. Так что это для великанов, да. Мы печём отличные пирожки пшеничные. Тесто в миске замесили. Соль и сахар не забыли. Тесто скалкой раскатали. Фух, устали? Да. Уже устали. Но сегодня у нас особая начинка. Дедушка Мороз нам наморозил леденцов. И пирожки у нас будут с конфетами. Ели такие? Да. Нет. Поднимаем свои салфеточки. Там перед нами тесто. Его нужно раскатать скалочкой. Скалочкой. Мальчики, скалочки. Скалочкой. 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 Скал
Вы пирожочки. Вот, такие красивые, получились у вас. Пирожки испекли. А что же нам дальше делать с нашими пирожками? Правильно, нужно их запечь. Все за мной в холодильнику. Открываем наш холодильник. О, не открывается. А, нужно же волшебные слова сказать. Печка, дай пирожкам местечко. Давайте все вместе скажем. Печка, дай пирожкам местечко. Так. О, смотрите, какая печка. Все посмотрели. Закрываем. А что-то он не работает. А, точно, он же волшебный и работает на музыкальной энергии. Не там, которая с телевизоров, радио или телефонов, а на живой. Сейчас я каждому раздам инструменты, и мы создадим оркестр. Но без меня не играйте, ладно? А то волшебства не будет. Приготовились? На меня внимательно смотрим и повторяем все за мной. Папа-сипечки, я хожу, да похаживаю. Я на пенсию гляжу, да поглядываю. Получится ли перо, и губки пушистые. Получится ли перо, и листала вкусные. Слышите, волшебство происходит. Видите, ребята? Какой чудесный аромат! Прекрасная жизнь, поваляк! Румяных пирогов, гора! Ура, друзья мои! Ура! Это твой. Это твой. Ребятки, в нашем холодильнике же горячо, конфетки растаяли, начинка стала жидкой. Да. А вы загадки умеете отгадывать? Да. Да? Отгадайте мою загадку. Да. Это что за паренек в расписной рубашке? А, разливает кипяток прямо в нашей чашке. Разливает кипяток, приглашает на чаек. Кто это? Чайник. Чайник, правильно. А еще кто? Самовар. Молодец, давай опять. Вот так. Вот наш самовар стоит на подоконнике. Вон он, в расписной рубашке. Пока мы с вами волшебство творили, он нам чай разлил. А вы сказки знаете? Да. Знаете сказки? Да. Почему? Да. Да. Тогда меня слушайте и поправляйте. Здравствуйте, ну как, научились? Поварёшка, наши гости не умеют пироги не пить и пить. Еще какие, дедушка? Да, ну вижу, что осталось-то довольно симпатично. Аппетит хороший, ребят? Да! Ребят, а вы стишки мне приготовили? Да! Песенки? Да! Ну тогда давайте, ручки вытираем, фаточки снимаем, пирожки доедаем, пойдемте в тронный зал. Молодец, спасибо. Ну что, ребята, добро пожаловать в лес сказок. Смотрите, а вот тут у нас яблонька. Она из той самой сказки про молодильные яблочки. Так кто там брынькает? Ой, это кто-то в санках. Простите, пожалуйста, кто там? Тут занято. Простите. Тут ребята, гости Дедушки Мороза, а там кто? Кто-кто? А вот Дед Пихто! Вы что, правда, Дед Пихто? Ай, да какой еще Пихто вам? Вы что, шуток не понимаете, что ли? Вот вам как сказка. Ой, ребята, а у кого бывают такие большие уши? Олень! Олень, выходи! Нет! Я не олень! Тигр! Тигр, выходи! И не тигр! Ну-ка, покажите ваши ручки. Все ручки. Так, сейчас посмотрим. Так, покажите ручки. Ничего. Здрасте, мордасти. Все ручки показывайте. Приветики, драндулетики.
Привет, большой велосипед. Привет, не ешь много конфет. Привет, на 100 лет. Здрасте, забор покрасьте. О, приветище от жирной котлетищи. Привет, много жареных котлет. Да. Да. Всем, всем привет. Привет, я заяц плюшевый, вот, из семейства зайчих. Можно звать меня просто Плюша. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Ну и что, это были вообще-то устаревшие сведения. Это я раньше всего боялся. Я боялся, представляете, что придет серенький волчок и вот так ухватит собачок. Вот, а раньше, совсем давно-давно, я повстречал лягушку-квакушку. Представляете, аж в обморок куда врёшь и упал. Вот. Но после этого мне мама пришила пуговицу храбрости, и я теперь ничего не боюсь. Знаете, я стал смелым, как кунг-фу панда. Я! Вот. Мне навстречу выскакивали серые волки. Да, их было 80 штук. Да, все зубы так навострили. Вот так зубы навострили. Когти наточили, так скрепили землю, хвосты распушили и давай на меня быть. А как вы от волки, знаете? Банзай! Ой! Как вас надо сразу же! Мимо! Ой! Мимо! Заяц беспредельной улетности, а силы ему дает пуговица храбрости. Между прочим, вот эта пуговица. А вот эта. Неожиданно появляется муха. Ой, муха, прыщ, иначе я вот тебя сейчас мамульку натравлю. Уйди, прыщ, уйди от меня. Ребята, в мою корзинку выстраивайте фрукты и ягоды, а в плюшину овощи. Ребята, а у меня есть идея. Давайте вы со Снегурочкой поможете сделать открытку для моей мамы. Держи. А со мной поможете сделать открытку для моего папы. Кто нам поможет? Бегите скорее к нам. Вот, у нас есть детали, которые нужно приделать вот сюда на открытку. Но, правда, я не знаю как. Это дым. Ребятки, на самом деле, вы меня сегодня аж целых два раза выручили. Да, а за это я вас хочу отблагодарить и научить танцу всех зайцев. Ай! Погромче! На полянке зайки танцевали, зайки танцевали. Зайчик у нас Плюшев, а братик у него Бантик. Бантик, Бантик, мы хотим знакомиться все. Будем. Ребятки, знакомьтесь, это Бантик, ему полтора годика, и у него тоже есть маленькая пуговичка храбрости. Ну что, ребятки, все успели с Бантиком познакомиться? Все успели погладить? Хорошо. А нам уже пора бежать, ведь нас дома мама ждет и вкусный супчик на ужин. Все, я с вами со всеми прощаюсь. Пока-пока. Увидимся обязательно в следующем году. Вот. Все, помните, что у вас теперь есть пуговичка храбрости, и станете вы сильными и храбрыми, как я. Все, всем чао-какао. Пока-пока. Пока, Плюша. Пока, Бантик. Пока-пока. Пока. Пока. Бока вместе. Раз, два, три. Света радости. Три. Вот и елочка стоит, огоньками.
нельзя блести. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Снег руками нагреваем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагреваем, лепим, лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим руки, лепим еще раз морковки. Запомни, быстрее! Снег руками нагреваем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагреваем, лепим, лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим руки, лепим еще раз морковки. А еще, еще поднимем ручки вверх и сделаем метель, пургу и ураган снежный. А ну-ка, похлопай коня, а ну-ка, похлопай коня, а ну-ка, все вместе, всем раз, да хлопают только у нас. Thank you.